Отец хотел, чтобы я поступал, чтобы я продолжал вот его линию, которую мама не дала, которой мама не дала осуществиться, как бы. То есть это было что-то нереализованная мечта такая? Ну да, я думаю, да, потому что отец всегда был, скорее так, молчаливо приветственно. У телевидения к актеру пониженные требования. В театре нужна энергетическая подача себя, эмоция очень сильная, которая на телевидении даже не надо, все это. Вы еще участвуете во многих проектах публичного чтения, в частности, в сентябре 2015 года был такой проект «Чехов жив», если не ошибаюсь. Да, да, да. Матросы на корабле, небольшом каком-то военном, они читают текст классика с такой ответственностью, они как боевое задание.